Госинспекторы поймали водителя, устроившего смертельную аварию на Свердловской трассе. Под Рижом он устроил ДТП, в котором погибли мама с сыном, причем они были пристегнуты. Еще двое попали в больницу. После столкновения виновник сбежал с места происшествия. Страшная авария случилась накануне вечером на Рижевском тракте. Иномарка вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с ВАЗом. В отечественном автомобиле находились четверо человек. Спасти женщину и 10-летнего ребенка не удалось. Они скончались еще до приезда скорой. Остальных пассажиров госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, ушибами и переломами. Видимо, осознав, что он натворил, водитель машины-убийцы сбежал, но его быстро задержали в Екатеринбурге. Оказалось, автомобилист вообще не имел права садиться за руль. Удостоверение его лишили за вождение в нетрезвом виде.